С очередным обновлением пришла великая волна вакбанов от Вавла в CSGO. Но, дорогие мои читеры, получили баны массово, можете покупать CSGO снова и читерить. На 18 число 7 месяц 2018 года прилетело около 5000 вакбанов и почти 190 игровых бана. И через 2-5 часов после вакбанов 18 числа приватные читы были обновлены. Разработчики читов уверили, что все будет отлично и хорошо, можете пользоваться. На 19 число 7 месяц 2018 года прикатило около 11 тысяч вакбанов и почти 90 игровых банов. Ржачно звучит, 19 число цифры увеличились по вакбанам. Ну что, получили баны? Да все нормально, читы ваши снова обновили. На 20 число 7 месяц 2018 года прикатило около 30 вакбанов и почти 70 игровых банов. Читерите и получайте бан с обновленным приватным читом или простым. Если не получили бан сегодня, то получите 100% бан через полгода или год, когда вкинете энное число бабосика, и тогда уже можно вас опять банить.